А от у опозиції пропонують ухвалити комплексний законопроект, який може взагалі зняти проблему для усіх фопівців. Ми підготовили такий законопроект. Ми його зареєстрували. Ми його зареєстрували від нашої фракції і вважаємо, що він має бути прийнятий. Ми там відмовились від взагалі внедрення системи ПРО, повысив лимиты в деятельности физических лиц-предпринимателей, и считаем, что это оптимальная модель, которая, во-первых, мы идем навстречу тем людям, которые, во-первых, зарабатывают деньги, во-вторых, платят налоги. В-третьих, эти люди, которые, несмотря на всю, в кавычках, деятельность нашего государства, не сделали ни одного шага по пути создания рабочих мест, сами создали рабочие места, сами обеспечивают себя работой, еще людей дополнительно, и сами существуют в условиях экономического кризиса.